Все рынки Казахстана проверят на незаконное повышение цен. Как пояснил сегодня в ходе правчаса в Мажилисе вице-министр торговли Арман Шаккалиев, это необходимо после выявления подобного факта на рынке Алтын-Орда. По информации Минсельхоза, производство овощей, в частности лука, превышает потребление. При этом внутренний рынок насыщен продукцией на 100%, заверяет министр. Депутаты этот факт поставили под сомнение, так как цены на лук растут. По словам Армана Шаккалиева, чтобы это изменить, контракты между производителями СПК должны заключать раньше обычных сроков. Конечная цель – цена на лук не должна превышать 170 тенге, заявил Шаккалиев. Теперь вся информация от места хранения до кассового чека за продажу будет храниться и отслеживаться в онлайн-системе. Конечно, есть вопросы по рынкам. Но вы знаете, уважаемый депутат, мы сейчас по Алтын-Орде очень серьезно разбираемся. Мониторинговая группа, генпрокуратура, МВД. С каждым рынком мы аналогичную работу будем проводить. То есть то, что касается распределения и доступности, ключевой посыл на внутреннем рынке, если продал, тогда получаешь субсидии. Это ключевой момент.